Здорово, товарищи. Мы играем с Сувавин Автомат. У меня мало инструментов. Была такая катастрофа радиоактивная в прошлой серии. Мутантов много. А, один всего. Все антирады пожрали. Нужно новые покупать. Бандитов надо уничтожить-нибудь. Вот это кто? Блин, мисклик, что ли? Трибунал. Нет, я ее Бонни буду уничтожать. Пожалуй. Ох, это вообще сильно. И это сильный. Вот сюда, вот Македа, вот туда боли. Это волчье, по-моему, да? Племя. А это трибуна. Я, кстати, вижу, куда сталкеров можно послать. Игрушки и одежда. Хороший хабар. Бетон закончился. Эти процессоры надо вынуть. Положить, пока не сгнили. Здесь улучшение. И сделаем. Ну, это у меня 11 процессоров. Члены волчьей банды считают себя опасным хищником. Посмотрим. Стени. Ну, ты что? Непонятно. Я имею в виду, что задание с волками обычно так называется. Так, Македа, ты сюда идешь. Ну, этих мы сейчас вот уберем. Потом этим заданием заниматься буду. Трибунал. Кстати, трибунал похоже как из Mad Max. Прям похоже на тех чуваков из Mad Max, которые там плешивые были. Несменному джоб. Присложничали. Ну, парадоксы они как бы делали ачивку на Mad Max. Это в своей марсианской игре. Суровин Марс. Тут тоже. Кто-то напал. Я
Может, домов построить? Двухэтажных. Ну, они живут в каких-то не супер идеальных домах. И поэтому у них, может, настроения нет. Просто предполагаю. Ну, им, конечно, трансформатор тоже надо будет, все вот это. Тират. Чем маслом расплачиваться? Придется маслом. Или автомобили вот эти начать угонять и продать их. Как насчет этого? Делать это, не делать? Ну, вот этим чуваком можно. За автомобилями ее послать. Надо все пробовать. Денег-то нету, и вот у меня поэтому кончается колония. Уж как без денег. В упадке. Лишь немного подкрутить. У колонистов есть для вас предложение. Если кое-что подкрутить на пилораме, она станет работать быстрее и эффективнее. Правда, есть некоторый риск повреждения вруда. Пусть делают. Пилорама перенастроена, эффективность производства в самом деле здорово повысилась. Однако через некоторое время станок начинает издавать ужасный скрежет, похоже, в нем что-то сломалось. Готово. Где? Что-то ни топливо не делает. Thank you.
Наконец она до него дошла. И прошло и вечности. Да, ребят? Тачка. Хэтчбэк. Надо отогнать в колонию. Думаю, продадим. Прислал нам подарок. Недавно не нужна электроника. Ты иди строй давай. Улучшение, чуть ты строишь. О, 15 ходов, ничего себе. Забавно. Машина быстрая. Отец однажды видел в облаках гигантскую цитадель, там живет элита, творцы судеб, архитекторы Рока. Они ждут своего часа. Мне нужно муку, ну, ой, вот эту мельницу построить, чтобы смололи муку. У меня много, потому что зерна. Сталкер, тебе хабар. Thank you.
Где у нас автомобили, я не понимаю. Как продать наше авто? Нет, уж йод я не буду продавать. Или оно деспавнилось? Давайте гараж куда построим. Металл на дрова, но можно попробовать поменять. Пойдет, конечно. Ну, строите. Чего ж вы не строите? Ты домой возвращайся. Эта мельница долго строит. Нет.
Столько жрачки, а они это не могут собрать. Устраивает ли вас глубокая механика игры? О! Появились, нарисовались. Долго у вас не было. Мне тут наука была. Он охранял науку. Там бесполезная сейчас вещь. Хэтчбэк. Надо провести ток. Теперь я смогу продать. Там, блин. Автомобиль. Как тебе продать-то? Бревна. Нарисован автомобиль, но тут бревна. Это чушь. Наверное, не это баг. Он в растениях брёвен и в автомобилях брёвен. Наверное, еще не сделали продажу автомобиля, что-то типа того. Значит, все старания были бесполезны. С этим автомобилем. Но зато вот здесь вот у меня на графике осталось 12 бандитов. Сведем их количество до нуля, наверное. Успеем, не успеем. После этого еще две серии запишу. За две серии я не успею. 12 бандитов победить. Значит, надо в этой серии еще кого-нибудь убить. Бандитов. Вот то не оставлять. На следующие две не оставлять серии. Дело. Вдруг крыса собрана. Я сейчас вернусь. Так, я снова с вами. Колонисты с травмами. Бонни, отличивайся пока. Бонька. Маслом, что ли, платить?
Дурак не хочет. Вот. Не хочет топливо из масла варить. Ну все они дураки, не хотят это делать. Близнецы повара. Из волков, что ли? Волчья банда, да? Трибунал. Трибунала здоровья много, но у них урон обычный, стандартный. Одежду за доски. Ну или этих. Бродяги пустоши. Неважно кого. Одежда, да мы ее шьем, почему ее мало? Мы ее главное шьем, а вот инструменты тоже делаем. А этих тканей мало. Почему-то. Вообще не пойму, почему так. Давай еще ткани выращивать. Больше. Пусть будет. Тогда меньше еды. Стой полный. Энергии он не вырабатывается. Тратится. Зимой, наверное, мало.
Масло-то где? Скоро масла не останется. Что, можно кого-то назначить? И что дальше? Мне вот интересно, ведь не может быть, что все наши технологии стали бесполезными после конца света. Так что же случилось с самолетами, танками и всем остальным? То есть я вот ее сейчас отправляю в карту мира, она на автомобиле отправится, что ли? Нет. А чё не на автомобиле? Не пойму, что там. В чем прикол тогда в автомобиле? Дать команду. А, вот как. Что эта команда делает? Почему я в ней ничего не могу делать? Не пойму. Бред какой-то. Не продать автомобили, ничего. Недоделка игра. Может, разведчика послать, чтобы задание выполнял? Он с этими воевал. Раз у меня военные не для этого. Не, ну ее убьют, наверное, надо подлечить. Не больше одного за раз. Это так. Везде бы заражены, что привезти. Где еще? Радиация — это бич.
О, какие красивые дробовики. Надо послать сталкера. Авери. Смешное имя. Это волокно 3 штучки. То ли все наладилось с волоком, то ли нет. Понятно. Топчется на месте. Давай улучшим. Нормальный громотвод был. Процессоры и так вот сейчас лишние. Вдруг стали. Македа, ну давай, на чуть-чуть осталось, 6 здоровья, ну чё, Ну, допустим, торговать больше я не хочу. У меня такой же урон, но больше здоровья. Так что получится. К тому же военный класс. Макс, это как Мэд Макс. У нас свой Мэд Максик. Тащи обратно. Бандитов осталось 11.
Эбигейл, меня вылечили, наконец-то. Молодец. Молодец, Жорик. Где же бабло-то? Мне надо быть, надо быть. Баблинский. Приоритет повысить. Камни продать. Еду уже не хочется продавать. Жалко, потому что. Так есть весь риск сдохнуть. С голоду. Ну и дрова. И что им двинуть, чтобы больше дров можно. Да, топливо. Так, Бонни. Вот этих бандитов убивай. Скорее. Чтобы духу не было. Построили громотвод улучшенный. Наконец-то. Теперь мне их три. Все равно они не спасут прямоугольный бой.
Мне бы людей больше. То не знаю, что. Нет уверенности уже в завтрашнем дне. Недостаточно. Так, лекарства кончаются. Эти аптечки. Нарисовано всегда одно, а называется по-другому, меня бесит тоже. Ага. Грызуны, говорит, уничтожат наши поля. Я не вижу грызунов. Даже природа очистилась. Или как там это говорят? Даже не даже. Ну, получилось. О, радиодетали выпали. Угу, где там мой сталкер? Сталкера Надия. Идем за радиодеталями.
давай улучшать сначала. Ну этого вечно вот тоже убьешь, чуть не сделается. Что он вообще увечный. Как там банда его называется, тупая. Потрошители. Потрошители слабачки. Масла мало. Антибиотики мне бы пригодились. Лекарств-то вообще все время мало. Ох, это молния ударила, что ли? Ну вот этих-то у меня совсем нет. Чего же вы их не делаете? Аптечки. Девять, да, вот восемь останется. Скоро бандитов. Потом еще будут такие, что посильнее. Так, я сталкеров что-то не посылаю. Надо больше сталкеров. Надо еще вот за этими электрониками. Потом там... Дальше... Топливо, еда... Полно всего. Топливо это мое бабло. А тут сломано. Ничего не возьмешь. Точно. У нас же сломанное было. Помните?
Две вещи были сломаны, их не взять. Это они. Даже в одной серии, по-моему, об этом обсуждали. Это. Ну, у этого парня огневая мощь хорошая, он мог бы доделать с волками вот это дело. Задай квест волками. Бонька победила. Посмотрим, какие бандиты есть. Ополчение судного дня на хавщике. Это вдвоем надо нападать. Потом ополчение судного дня на металле. Тоже вдвоем надо нападать. Опять ополчение судного дня на инструменты. Тоже надо вдвоем нападать. Ага. Волчья банда. Трибунал. Вот, вот сюда надо будет идти. Опять ополчение судного дня. Волчья банда. Ополчение судного дня. В общем, три слабеньких еще есть. Надо их устранить поскорее. Этих трех слабых бандитов. Праздник кукурузы. Кукурузники ликуют. А, вон пальто появилось. Еще его возьмешь. Что еда восстанавливается вроде? Нет, не так кажется. Еда восстанавливаться начала. Значит, не все потеряно. Да. Увеличивается немножко. Ну, по идее, видим, что кризис был, но он выправился. Производство, потребление. Производство наладилось опять. Еще шутит там что-то. Шутник.
Так, ну, зелий мало. Сварите-ка больше. Эпидемия, ну вот, антибиотики сейчас будут вовсю тратиться. Зелий надо наварить. Ну, возвращайся. Как там моя македа? Выздоровела уже. Ну вот, волчье логово можно разгромить еще. Это помню, где все самые слабые бандиты, которых можно сейчас побыстрее. Их три всего. Так, а ты идешь вот этих слабых бандитов. Угасить. Начало трибунал. Это будет... Будет из лагеря трибунал. Thank you.
Еще больше ненужной науки сейчас. Можно ли в уровне сложности указать, что больше очков опыта тратить? Ой, больше. Очков науки надо тратить, я хочу сказать. Ну, прикольно. Но я уже не помню. Насчет этого. Что за катастрофа? Чума, что ли, на наш дом? Да, так и есть. Что это за глюки? Видите? Смешно. Пальто собирать. Приду. Так, мы снова здесь. Ну, до сих пор у меня пластик не доделывают. Не дорабатывают. Построить, что ли? Пластику. Но все равно у меня процессор есть на это.
Да, нету металла, смотри. Несите процессора. Скорее. Что? Я возражаю, ваша честь, все по-разному приспосабливаются к жизни в мире, пережившем глобальную катастрофу. Одна группа жаждущих справедливости людей решила бороться с преступниками, устраивая над ними показательный суд в формате популярных телешоу. Задумка вроде не веселая, но со стороны все это выглядит страшновато. Наблюдать за процессом. Музей в стиле неоклассицизм превратили в импровизированное здание суда. Присяжные сгромоздились на импровизированной жердочке вокруг статуи, изображающей какого-то известного прошлого человека. На коленях этой статуи развалился судья, одетый в цветастый банный халат и самодельный парик из старой швабры. Процесс над Эдвином Джеймсом объявляя открытым. Принести молот. Торжественно объявляет один из присяжных. Молча наблюдать. Судебные приставы выносят хитроумное устройство со стулом и огромным каменным молотом. Молот нависает прямо над сиденьем и держится на трех массивных деревянных клиньях. Из толпы выходит мужчина и садится на стул. Судя по всему, его ждет суровое испытание. Но он почему-то радостно ухмыляется. «Вы готовы узреть силу молота?» – театрально вопрошает судья. Эдвин с жаром кивает, а толпа неистовствует. Продолжать наблюдать. Дальнейшее больше напоминает безумное сочетание инсценировки суда, барной викторины и реалити-шоу. Суд выкрикивает в адрес Эдвина разные факты, а тот в ответ кричит «возражаю», если не согласен с ними. Если Эдвин отвечает верно, перед ним ставит мешочек с серебром, а если ошибается, пристав убирает один из колышков из-под молота. Толпе позволено подсказывать, но окончательный ответ остается за Эдвином. Выкрикивайте верные ответы. С вашей помощью Эдвину удается дать правильный ответ, и суд вынес вердикт. У нас победитель. Громогласно объявляет судья, вытирая пот, льющийся под парика. Толпы взрываются аплодисментами, Эдвин спускается со сцены, поднимает и подходит к специалисту. Я все слышал, спасибо за помощь. Моя семья тебя не забудет. С этими словами он протягивает специалисту мешочек с монетами и несколько научных книг, а затем выходит из зала. Это хорошо. Можно купить что-нибудь. Йолу, например. Тирада. Ну и теперь, когда у нас много отваров травяных, то можно антибиотиков сварить. Пожалуйста, проявите милосердие. Нас осталось так мало, мы все сделаем, только спасите.
А, там вот эти треугольники с опасностью, они, наверное, не опасность бандита указывают, опасность того, что под бандитом, того ресурса. Ну, это опять же баг. Я считаю, что надо сначала опасность бандита показывать, потом менять на опасность того, что под бандитом, того ресурса. Ну вот поле заразилось чем-то. Какой-то радиацией. Давайте надежных складов, что ли, делать. И сделаем. Вниз по реке. Ну, рыбка. Так, эти топливо не хотят. Кто хочет? А, вот эти буки хотят топлива. Я хочу домашнего мяса. Буду им сбагривать топливо, вот как с ними дружить. Прил. Кажется, меня сейчас убьют. Так ты свечишься. Полезная вещь. Ой, куда ты идешь-то? Бонни. А, хотя да. Да, иди, тебе этих не убить. Да, правильно, иди. Потом убьешь. Уже подранилась и уже не убьешь.
7. Ну их 5 останется, когда мы всех слабых побиваем. Кто-нибудь помогите мне отнести груз, говорит. А что вы ничего не требуете? Может, масло им давить? Хочу все таблетки. Мыши, что ли? Куда ты, Надя? А, за таблеткой. Сейчас смотри, какое грязное море. Ужас, очень грязное. Детали купить, ну чтобы их подмаслить, и неосторожными перестали быть. Давай, помогай строить. Не успел. Что-то такое настроение у вас хорошее. Говорят, что им пора вымыться. А тут инструменты. Дюжные.
Может, построить еще вот кухню и приказать там смешанные пайки делать. Мы их еще не делаем. Так, захватится ли водой? Нет. Нет. Едва-едва. Надо еще сталкер. За инструментами. Но это мы уже узнаем в следующей серии, что за задание такое. Спасибо за просмотр, всем пока.